Всем привет нашим всем подписчикам, всем нашим гостям. Иду, ну, у нас уже вечер, мы идем с нашей малышкой встречать Максимку с садика. Да, сегодня третий день, как ходит. Ну, вроде нормально ходит, нравится. Утром даже пошли очень рано, раньше обычного. Уже половина восьмого были там. Вот, так он просился садик своим друзьям. Вот. Так что увидимся уже в садике. Кстати, хотела еще сказать про погоду. Погода у нас сегодня теплая. Хотя вот эти дни было очень прохладно. Вот, уже не знаешь, как одеться. Ну вот, ты пришла в садик. Встретила кого? Максимку встретили. Да? Куда идем? Гулять идем? Да? На площадку пойдем? Куда? Не, на другую площадку. Они придут? Не, они не придут. Ну что, пойдем на площадку? Пойдем? Да. Ну, пошли. Все, мы уходим. Молодец. Вот мы развлекаемся после садика. Все, никак уйти не можем. Нравится ему здесь. Ну что, идем гулять? Идем гулять? Идем. Куда? На пасеку. В общем, я оставила детей с бабушкой. А сама иду в магазин, потому что надо купить продукты. С Максимкой так в магазин сходить спокойно не получится. Поэтому мы решили, что оставлю их у бабушки. Вот, а я пойду схожу, куплю. Ну все, увидимся еще. В общем, мы двигаемся по направлению к дому уже. Сейчас сходила в магазин, то, что хотела, не купила. Не все купила, в общем. Да, сейчас пойдем еще купим банан. По пути зайдем в магазин и докупим продуктов. Вот. Так что мы двигаемся потихонечку домой. Вот. Так что... Хорошо сегодня погуляли. Погода сегодня теплая у нас. Мама, она уже идет? Хорошая. Вот. Так что так вот. Вам понравилось, ставьте лайки.